Прикиньте, я, короче, сегодня ночью листала свои заметки и наткнулась на свой список желаний, которые я писала ровно 2 года назад. Я уже давно про него забыла. А сейчас поняла, что реально практически все из него уже исполнилось. А вот я давала большое интервью для YouTube в этом году. Вы его все уже видели. Я провела крутейшую премию, о которой раньше даже мечтать не могла. Недавно я познакомилась с Филиппом Киркоровым, и вы не поверите, это тоже было, кстати, в моем списке желаний. И именно 2 года назад я проходила марафон желаний Лены Блиновской, и тогда я и писала эту заметку. У меня до сих пор мурашки, когда я вспоминаю, как проходил марафон и какие со мной случались чудеса после. Девочки, вы когда-нибудь проходили марафон желаний, и как вам? Я просто в шоке, вы меня завалили директ. Оказывается, вас уже столько, кто тоже проходил этот марафон. Просто посмотрите на эти отзывы. Дорогие, я вам искренне желаю испытать эти чудесные ощущения на себе, чтобы все ваши желания сбывались в этом году. У Лены стартует последний поток, поэтому я еще раз оставлю вот здесь для вас ссылочку. Первая неделя марафона абсолютно бесплатная. Правда. Правда? А что нет? Что странного? А что ты хотел? Он обдолбанный. Ребята, он обдолбанный, по-моему. Не хочу дискредитировать Диму Билана, но... Как бы так помягче сказать? По-моему, немножко обдолбанный. Димасу плохо, ребят. Чё ты завис, пацан? На берегу неба. Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал 3 суток уже, потому что у меня съемки, 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 песни, музыка. Я бесконечно, постоянно в состоянии... Он страдает, видно, что ему плохо. И на самом деле, я думаю, что каждый из нас может его понять. У него сейчас кризис среднего возраста. Вот, скоро 40 лет. И он абсолютно одинокий человек, у которого нет детей, у которого нет своей семьи. Я думаю, от этого ему очень одиноко, 100%. И он тоже определенный материал, которым все всю жизнь пользуются. Пользуются его харизмой, его красотой, его голосом, его талантами, да. И за счет этого, конечно, он очень востребованный. Но в глубине души, я думаю, что он очень сильно одинокий. И сейчас у него начинает потихонечку сносить крышу. Мега талантливый человек, мега вообще профессионал. Обожаю его творчество. Все равно он крутой артист, все равно он мега крутая личность. Все мы падали, главное, что мы всегда встаем. Билан, ты талантливый, прекрасный человек. На говноедов не обращай внимания. Ничто так не доставляет людям удовольствия, как кого-то в чем-то упрекнуть, кого-то захейтить. И мне как мало кому это. Ничего такого он не сделал, просто нужно все это делать где-то за кулисами. Очень противно, на самом деле, очень противно было вот эти съемки сняты, да. Людям очень даже нравилось, особенно те, кто присутствовал на концерте, что вот артист не в себе, и вот они хихикают, и всем смешно поглумиться якобы над артистом. Вот это, мне кажется, стремновато. Все остальное, как бы, все это забудется. Для всех он останется Димой Биланом, тем самым.
Вы меня часто спрашиваете, кстати, про косметику. Я достаточно редко отвечаю на этот вопрос, потому что косметики у меня очень много разной. Вот есть очень дорогая. Но также у меня есть и косметика, которая доступна каждому. TenX – это бренд одной известной сетевой компании. Как бы мы к сетевикам не относились, косметика и уход у них, кстати, правда хорошего качества. У них сейчас очень классные, недорогие идеи для подарков на Новый год. Можно купить в любом городе России, не только. Вообще всю подробную информацию можете прочитать вот здесь по ссылочке. Хочу показать тени для глаз. Вот смотрите, вот эти тени TenX. Вот я как вообще пользуюсь, вот провожу над глазками, да, делаю, то есть форму, уголки. Представляете, цена всего лишь 390 рублей, по качеству, честно говоря, не уступает люкс. Стойкие не скатываются, красивый мерцающий цвет, мягкая пудровая текстура, кстати, очень мягко наносится и круто тушуется. Помада-карандаш, девочки, вы часто спрашиваете меня, что у меня на губах. Я скажу честно, это мой фаворит из всех фаворитов, видите? Это тоже бренд TenX, это ультрастойкий матовый оттенок. Вообще у них много оттенков, это помады, которые не растекаются, а за пару секунд у вас получается идеальный макияж. Я считаю, что это самый идеальный карандаш, самый красивый нюдовый цвет. Так, ну что же, теперь перейдем к хайлайтеру. Здесь вот в палетке три оттенка, придают коже идеально равномерное покрытие, потому что у них есть легкая сатиновая невероятная сияющая пудра. У них в составе есть витамин Е, который помогает увлажнять и питать нашу кожу. Стоит всего лишь 1590 рублей. На самом деле, мне безумно приятно, что вы всегда мне задаете разные вопросы, делаете мне комплименты. У меня действительно, на самом деле, есть дорогие люксовые вещи. Но также у меня есть и совершенно обычные вещи. Для тех, кто мечтает о крутых, стильных, брендовых вещах, но пока не может прийти в ЦУМ, своим решением будет зайти на страничку этого магазина. Катя подберет вам размер и модель. За качество можете вообще не переживать, у нее реально проверенный шоурум. Сейчас покажу вам в следующих сторис некоторый ассортимент, ну и само собой, скоро Новый год, нужно побаловать себя, близких, так что успевайте бронировать вещички, тем более, что моим подписчикам Катя делает скидку 10%. Мы с Быту сейчас едем за елочными игрушками. Нам прислали елку. Она уже пришла. Нереально крутая, красивая. До безумия. Снежная. Вообще очень красивая елка. Очень высокая. Вот, и мы сейчас едем за елочными игрушечками. Батюшка, помаши ручкой. Ю-ху. Вот. Сейчас купим елочные игрушки классные. И... Сейчас, подожди, куда я расскажу. Поснимать вам игрушки, которые мне понравятся, или вообще новогодний декор. Так что следите за моими сторис, посмотрите. Если вам что-то понравится, вот съездите туда. Если нет, будете знать, что ехать нет смысла. Но мне кажется, должно быть прикольно что-то по-любому. Да, мама. Как сказать? Кому позвонить? Вадю. А, и что сказать надо? Козы, ты придешь на Новый год? У нас есть уже гиляты и Новый год. У нас еще есть елка. Колосо, я приду. Он сказал, что придет? Да. Хорошо. Потани ему. Настоящему. Позвонить ему? Да. Ты хочешь, чтобы на Новый год он пришел? Да. Хорошо.
понимали, я вчера не спала до 7 утра, потому что у меня есть гирлянда 40 метров. Я специально купила такую огромную, длинную, и она супер-мега тонкая, видите, такая, ну, то есть без силиконового сверху. Вот, и моя маленькая женщина, значит, уже там, я не знаю, делала круг 60, грубо говоря, и она просто налезла мне в эту елку и порвала проводочки. Пока я нашла это место, где порвалось, это просто это столько времени заняло. Потом, пока я это все искала, об эти взяла, так все скомкала. И вот что у меня получилось. И вот эти 40 метров я пыталась всю ночь просто размотать. И вот еще сколько работы осталось. Я не знаю, смогу ли я, нет, у меня уже все, у меня уже глаза между собой переспали. У нас какая сила елка, но маме не разрешает. Что не разрешает? Елку украшать. А, украшать не разрешает? Разрешает, хотя мы же с тобой вместе ее собирали. Да. А потом... Мы с Бытуськой вышли из дома. И куда мы сейчас идем? На церковь. Не на церковь, а в церковь. В церковь мы идем. Сейчас идем в церковь, потом поедем в твой дом. И надеюсь, что сегодня мы закончим нашу елочку. Я надеюсь на это. Я не знаю, девочки, лично заметили вы или нет, но я заметила, что цены в магазинах выросли почти в два раза, если не больше. А качество при этом не становится лучше, мне кажется, только хуже. Но если вы, девочки, хотите одеваться в люксе, при этом не переплачивать сотни тысяч рублей, быть красивыми, не переплачивать за обслуживание консультантов, за арендную плату бутика, тогда я вам хочу посоветовать вот эту классную страничку Escobar Boutique. Девочки работают только с определенными изделиями, которые не отличаются от оригиналов вообще. Отправляют все в полной брендовой коробке, все красиво. И, кстати, в отличие от остальных, у них есть возврат и обмен. На мой взгляд, это очень важно. Так что, вот, девочки, оставляю вам здесь ссылочку. Делюсь, мне не жалко. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every... Итата Блюменкранц! И вот первый конфликт! Да. Почему сразу конфликт? Почему ты бедного Даниила обижаешь? Потому что изначально, еще до начала конкурса, я определила нам с девочкой места. Вот. Мы выбрали вот эти места. И поэтому нам не хотелось, чтобы мальчики занимались. Что это, счастливый стул? Нет, просто он мне больше всех приглянулся. Какие металл такой елки. Ура! Красота! Вот нам пришла елочка. Мы с Бетусей начали ее разбирать потихонечку. И сейчас будем ее собирать. Появилась на этой модели D707 сапфир, потому что красивый, легкий, маленький и, самое главное, очень мощный. Справляется с любыми повседневными загрязнениями. Но главное, кстати, у него есть фишечка. У него есть функция влажной уборки. За 20 минут можно идеально убрать всю квартиру. В комплекте разные насадки. Самое удобное, что для очистки нужно просто нажать кнопку, и пылесборник сам все высыпает. Аккумулятор здесь съемный. Вот, при необходимости можно взять второй, чтобы увеличить время работы, но на самом деле с одним вполне хватает времени на уборку всей квартиры. Это специально для вас Walmart. На 2 дня сделал скидку 2000 рублей по промокоду Tata Bloom. Ой, девчонки, этот вопрос вы мне задаете постоянно. Я сейчас вам покажу свой антицеллюлитный комплекс. У меня сейчас как раз есть время. Я бы хотела отметить, что такая косметика подойдет для тех, кто хочет похудеть и кто хочет убрать целлюлит и растяжки. Показываю все 3 средства. Смотрите, здесь всего лишь 3 компонента. Скраб и щетку мы используем абсолютно в разные дни, либо одно, либо другое. Скраб у меня с ароматом имбирного печенья. Это нереальный запах. И обратите внимание на консистенцию. Он нереальный. Первым этапом я использую щетку для сухого массажа. Снизу вверх, по ногам. Вот, а на ягодицах круговыми движениями. Во время активного трения кожа начинает краснеть, и это и есть эффект, который убирает целлюлит. То улучшается кровообращение, появляется лифтинг-эффект и уменьшаются объемы.
Далее я использую антицеллюлитное масло. Благодаря тому, что щеткой мы уже разогнали кровь, сделали эффект лимфодренажа, активные антицеллюлитные компоненты сейчас впитываются в кожу в 3 раза лучше. Масло обладает интенсивным увлажняющим действием, осветляет растяжки и разглаживает кожу. Всегда после своих рекомендаций я получаю много сообщений и благодарности, что мне очень приятно. Вы только посмотрите, какая стильная упаковка, а аромат – это нечто. Рекомендую от всей души этот крутой комплекс против целлюлита. А сейчас на этот комплекс скидка минус 30% и бесплатная доставка. Я заказала этот комплекс еще и для подарков на Новый год своим подружкам. Так что, девочки, радуйте себя, своих близких. Это реально пушечка. Без тебя, родная, я не я. Ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу взлететь на небеса. Я все построю сам по белым парусам. У меня нет слов, что сейчас со мной произошло. У меня нет слов, я столько сил, столько энергии вложила в эту елку. И вот что произошло. Зачем я, блин, за своей уборкой этой занялась беспонтовая вообще? Лучше бы грязно было, но елка была бы чистая. Просто жесть! Ну, моя маленькая, ну как ты так, мое солнышко родное? Что этим летом был издан указ о единовременной выплате семьям и детям на 10 тысяч рублей. В нашей стране ежемесячно принимаются такие инициативы, о которых лучше быть в курсе, чтобы не пропустить и получать от них пользу. Чтобы быть в курсе всех инициатив для родителей с детьми в сфере социальных выплат и образования в 2022 году, советую подписаться на Александра. Он публикует их доступным языком, вы о них узнаете и тут же сможете применить. А у Александра на страничке вы также найдете информацию о различных социальных проектах, открытиях новых школ и спорткомплексов для всестороннего развития и безопасности детей. Переходите скорее на страничку, там очень много информации, которая будет нам, родителям, полезна. Девочки, я хочу с вами поделиться своей удобной находкой в теме питания и веса. Но при этом хочу вас спросить, следите ли вы за тем, что вы едите? Да, дочь. Я вам советую обрести фигуру своей мечты, чтобы любить себя и кайфовать от самой себя. Начинать, конечно же, нужно с питания, потому что 70% успеха – это питание. Ставка здорового питания в любую точку. Вам привозят готовый рацион в отдельных контейнерах на каждые 2 дня. Там все супер свежее, в ассортименте огромный вкусный выбор. Вам больше не надо мыть посуду, таскать продукты, готовить огромные порции еды. Просто посмотрите, какое у них огромное меню, какие у них классные цены. Сделайте правильный выбор к фигуре. За тебя в личном плане. Есть мужчина у тебя? Кто это? Вы его все знаете? Ну, вроде здесь есть, а вроде его и нету такой. Что-то не понял. Захар Саленко, я так понимаю, у тебя что-то с татой? Вы знаете, в гримерке многое происходит, да. Я сам не ожидал, что у нас может быть что-то. Что Захар Саленко влюблен в тату? Но он не врет, это чудо. Ну, это правда. Ребята, вы не поверите, но я заказала себе принтер. Дело в том, что моя крестная поставщик Wildberries и Озон. В ближайшем будущем я планирую запустить свою линию одежды, но пока что слышала, что многие из вас работают на этих маркетплейсах, и поэтому я с вами делюсь этим необходимым контактом стандарт пак. Вот такой вот красивенький маленький принтер оперативно мне привез курьер. В комплекте здесь шла полная видеоинструкция, что очень удобно. Купила там термоэтикетки, коробки и пакетики. У них есть вся необходимая продукция. Отправляют они все по всей России. Когда я запуталась, как устанавливать программу, менеджер оперативно онлайн все сделал за меня. Это лучший сервис благодаря компании Standard Pack. Я хочу стать женой. Женой? Да. А какой твой муж должен быть? Посыл.
Ну, я его любил, но он меня не ругал. Ага. Еще, ну, я была беременной, и у меня были вот сколько детей. 10 детей? Да. А работать кем хочешь работать? Я не хочу никому работать, хочу быть женой. Остановила стол. Вот. Достает конверт. Внимание. Набить тату. Что? Знаете, я вообще человек, который против татуировок, и на мне вообще нету татуировок. Я не люблю татуировки на женщинах. Я готов себе вместо нее набить. Можно набить вот здесь где-нибудь внизу, in my heart forever. Ну, типа, в моем сердце навсегда. Я люблю тебя. Ну, теперь зато у Захара будет татуировка, которая будет напоминать ему меня. И на самом деле я очень благодарна за то, что он... Ну что, я вам хочу показать свою елочку. Единственное, что она пока у меня без гирлянды. Вот моя елка шикарная, красивая вообще. А что мне больше всего нравится, так это ее... снег. Вот, снег выглядит очень натурально. Она уже... Сразу идет готовая, заснеженная. Это выглядит дорого, красиво, пышно. Но я подумала не только о себе. Вот я знала, что многим из вас сейчас тоже нужна елка, и поэтому я заказала целых 2 елочки, чтобы одну подарить вам. И вот у вас будет такая же красивая елочка, как у меня. Для вас я приобрела елочку 1,80 м. Вот и мы ее с вами разыграем, и кому-то достанется такая прелестная, крутая елка. Она правда очень красивая. Я очень много часто видела разных елок с имитацией снега, но здесь имитация снега, ну вот просто самая лучшая. Очень выглядит натурально, будто бы прямо из леса наша елочка. Переходите по ссылочке. Классный магазин с очень крутыми елками, не пожалеете, мне безумно нравится. Я вообще довольна. Короче, первый раз в жизни себе взяла голубую мачо. Я просто фанатка зеленой. Ну фу, это такая гадость.
Блин, я так замерзла. На улице, конечно, дичайший холод, но сейчас не об этом. Мне только кое-что пришло. Вот большая коробка. Я ее ждала. И это просто супер-мега-класс. Я сейчас буду открывать вместе с вами. Я думаю, что вам понравится, девочки. Смотрите. Так, я ее уже немножечко открыла. Вот тут у нас, значит, коробки. Там сейчас мы все это будем открывать. Ой, это так красиво. Они реально. Вау. Просто посмотрите. Ой, по мне так просто нереально. Блин, я сейчас немножко расстроилась. Я, короче, заказала 4 бокала для мартини, 4 для вина, 4 для шампанского и вазу. И, короче, вот смотрите, это один из наборов, получается, для вина, который... Я не знаю, увидите вы разницу или нет. Вот видите, если мы посмотрим, здесь вот прям шикарные камушки беленькие. А здесь, ну, как-то дешевит вот это вот золото там. Прям стрёмно. Ну, такие хочу. Сейчас очень надеюсь, что они будут вот такие же в магазине вот с белым камнем. Я очень на это надеюсь. Прям кулачки держу. Ну что, у нас с вами осталась последняя коробка, потому что я не буду открывать остальные коробки с шампанским. Да, и остальные коробки с бокалами для вина, потому что здесь золотые стразы, и мне это вообще не нравится. Вот, поэтому у нас с вами еще осталась одна коробка, и это крутая. Сейчас покажу вам, что. Так, ну я ждала, что она будет чуть побольше, если честно, и даже не чуть, а вообще... Ожидала, что она как-то будет больше. Какая-то маленькая. Это фруктница? Так, девочки, смотрите, скоро Новый год. Вы знаете, как сильно я люблю загорелое тело. И это лучшая студия загара, Черничка, находится на Арбате. Обязательно всех призываю сюда записаться перед Новым годом, потому что все на самом деле плотно уже расписано, забито. Это правда лучшая студия, я сюда хожу уже очень-очень много лет, и вот сама только что закончила данную процедуру. Была вот такого цвета, а стала вот такая вот загорелая кошка. Котенок, ну и что ты делаешь? Я делаю вечеринку на Новый год. Это у тебя вечеринка такая? Да. Что это такое? Это шары на Новый год. Шары или снег? Как же я люблю всю эту предновогоднюю суету. Яркие витрины, нарядные елки, а главное это подарочки. Я на самом деле очень люблю все эти традиции. А несколько лет назад у меня появилась еще одна традиция, каждый год составлять список своих целей и желаний, которые я точно исполню. Потому что я научилась делать это правильно, благодаря простым 8 шагам. Рассказываю. Первая ошибка – желание в пользу кого-то. Например, хочу машину, буду ездить за продуктами или буду сама возить детей в сад. А ты, например, сама не любишь водить вообще. Это стресс. Тебя все это устраивает, как есть. И яркий пример мечты, навязанной обществом. Я хочу вас познакомить с Машей Денисовой.
которая разбирает такие ошибки и задает нужный вектор. Все это Маша делает просто доступным языком. Обязательно посмотрите ее разборы в актуальном. Маша учит мыслить шире, доводить все до результата, и там же вас будет ждать ссылка на чек-лист 8 шагов к достижению цели. Это must-have профессионального хотельщика, девочки. Так, мой прямой эфир, к сожалению, опять заблокирован уже недели две, поэтому мы сейчас с вами выходим в прямой эфир через страничку моей доченьки Бетуси, поэтому я вас всех жду. Так, Дашенька, привет. Ты выиграла у меня елочку всех историй. Я посчитала твою историю самой сильной, она меня задела до глубины души. Расскажи немножко о себе. Меня зовут Даша, мне 16 лет. И за все 16 лет у меня не было елки. Я очень о ней мечтаю. Я очень благодарна, что победила именно я. Мы не очень богаты, чтобы покупать елки. У моего папы хоббл третьей стадии. Ну, то есть мы живем в месяц на 8 тысяч. Если я могу тебе сделать маленькую новогоднюю радость, я очень рада. Вот елочка, которую ты выиграла, я завтра обязательно вызову курьера. Тебе отправим эту елочку, чтобы у вас с семьей было настроение Нового года. Очень приятно, что именно ты мне написала. Папа у меня болеет давно, уже как 15 лет. То есть его болезнь не вылечится. Офигеть, и вы с мамой вдвоем, да? Вот у тебя теперь будет елочка. А что ты загадаешь Дедушке Морозу? Я хочу загадать, чтобы у меня было все хорошо. Пускай эта елка принесет тебе в этом году радость, праздник. Также пускай Дедушка Мороз исполнит все твои мечты. Котеночек мой котеночек, такой взрослый стал, такой ты вообще будешь высокая, моя девочка, прям взрослая. Я всегда буду тобой, малышок. Ты всегда будешь. Я, как всегда, сейчас выполняла мужскую работу. Честно говоря, не понимаю, зачем и для чего я это делала. Ну вот у меня коробочки. Вот, видите, вот такие вот коробки. Тут у меня, значит, все в мешках, в пакетах. Получила стеллаж, который очень долго ждала, и я его сама лично собрала, не знаю зачем, хотя могла попросить своего парня, который мог это все собрать, и это было бы классно, потому что все-таки выполнять мужскую работу – это плохо даже с точки зрения энергетики. То есть я в любом случае взяла и к своей энергии добавила мужскую энергию, как всегда. То есть она сейчас выиграла, и давай это сами соберем, мы сейчас сами все сделаем. Вот это вот я сама, это отвратительно. Девочки, никогда не делайте сами, если это за вас может делать мужчина. Никогда не делайте. Вот мне 28 лет, я только сейчас учусь так жить. Так, сказала девочка, которая собрала только что сама стеллаж. Вот я его собрала. Кстати, выглядит круто. Только осталось его теперь заполнить. Не знаю, чем. Куплю что-нибудь. Девчонки, вы мне часто пишете и спрашиваете, как я добилась такого блеска волос. Вот я только что помыла голову, и сейчас хочу с вами поделиться такой вот прикольной штучкой. Вот, О2 кислород. Эта штука идеально борется с выпадением волос, активирует их рост, делает ваши волосы объемными, а самое главное, что он придает блеск волосам. Те, кто любят натуральный состав, это прямо для вас. Здесь в составе присутствуют только травы, минералы и талая вода. Только закончился предыдущий флакон, и я себе заказала вот этот новый, мне, кстати, он такой пришел. На этот раз я, кстати, себе взяла еще попробовать лосьон для лица. Вот, это для людей, у кого проблемные зоны, там есть черные точки, прыщи, очень-очень круто помогает болтушка вот такая вот. Убирает все прыщи, неровности кожи, короче, идеально подходит для тех, у кого проблемное лицо. Звездочка светит. Дождик блестит. Я еще не доела.
Мам, давай забивать. Да я прошу тебя, сколько тут кизи, я не понять не могу. Я понять могу, сколько тут кизи. Надо после это убрать все. И вынесите у меня дом, ну Дед Мороз мне пришел и подарки. А там тяно не ведет. Да? Да. Еще и ночь потом будет, я буду пать, и Дед Мороз тяно не ведет. Вы, конечно же, знаете, что я обожаю сидеть в Инстаграме, читать посты своих коллег-блогеров, и меня уже, на самом деле, очень сложно чем-то удивить. Но есть человечек, который каждый раз меня поражает своими открытиями и даже порой интимными постами. Короче, рассказываю. Есть такой загадочный мальчик, его зовут Боря. Подписчики не знают, как он выглядит на самом деле, но зато Боря откровенно пишет обо всем. Иногда слишком жестко, иногда с юмором, а иногда с грустью. Почитать вы можете все вот здесь. Боря пишет в своем блоге о богатстве, о девушках легкого поведения, о сексе, о лохах на Руси, о любви, о ненависти. Кто хочет посмотреть причуды Бори Богача, я с вами поделюсь ссылкой, у вас будет много интересных историй.